Здорово, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать в Neverending Nightmares. Бесконечные кошмарища — это страшная игра о человеке, который просыпается от одного кошмара и оказывается в другом. Здорово, ты кто? Что такое? Кровища? Матерь Божья. У тебя что-то в животике. Тебе помочь? Приснится же такое дерьмо. Братка, знатная пижама у тебя. Это твоя сеструня? Довольно милая. Это батя твой? Цветные вещи можно использовать. Заходим. Что ж, вы меня бросили? Прости, мужик. Прикольная стилистика. Боже, братка, бежим. Какое дыхание у тебя. Господи, не доживем. Че у нас здесь? Ванная. Можно помыться? Тени такие, охренеть. Ничего активного здесь нет. Ну и хер на вас. Я в другом месте помоюсь. Тоже мне. Батя, мое почтение. Пойдем сюда. Цветная фотка. И какая-то зашитая девка. Ну что вы творите? Какая у вас милая семья. Охренеть. Иди своей дорогой. Ладненько, я пойду. Картины с мясом? Что происходит здесь? Боже, какой-то лесник. Надеюсь, он добрый. Библиотека? И алтарь? Псалмы? Понятненько. Бежим отсюда, боже. Это жуткое место. Пойдем сюда, братка. Какая птица. Великолепно. А чё так темно? А это кто? Пионер какой-то. Милые деревья. Добрая темнота. Хороший спокойный домик. Мне уже нравится. Ой, мать твою, птичка! Сука! Это было громко. Гадкое создание. Потом тебя еще отмывать. Имей совесть. Какое застолье. Можно кусочек? Как нет? Ой, извиняюсь. А ты кто, мужик? Кто все эти люди? О боже, это что такое? Мясорубка и птичка? Или крыска? Тисачок в крови? Бывает чё. Это же кухонька. А чё здесь? Улица, хорошо. Ох, какая буженинка висит. Мясорубочка. А чё, довольно неплохо. Я бы поел. Ну, на улицу так на улицу. Какое дуплище. А чё ты босой, братка? Ты дурной, что ли? Хотя бы обулся бы. Кто-то шепчет и говорит, проснись. Чё за клешня? Только не хватай нас за приятные места. Чё за дерьмище творится здесь? Какое милое соседство. Веночек? И кто это у нас? Сестра твоя? Габи, нет! Бам! Еще спишь? Ты же обещал, что мы позавтракаем вместе. Что? Все в порядке? Ты как будто расстроен. Извини, мне только что приснился ужасный кошмар. Мне снилось, что ты померла. Глупенький, со мной все в порядке. Кроме того, ты обещал, что не допустишь, чтобы с твоей сестрой что-нибудь случилось. Мы были детьми, но твои обещания еще в силе, не так ли? Да. Попытайся снова заснуть. Я подожду снаружи. Какая добренькая. Это был просто сон. Охереть. И музыка стала более жуткой. Побежали, братка. Надо умыться. Кровище, боже. Спокойненько. Че у нас там? Боже, мои зубы. Валим отсюда. Знатный череп. Здесь, походу, пусто. Мужичок. Охеренно. Кто-то плачет. Какая ты боевая, охереть. О, мать, как темно. Заколочено. Сюда можно пойти? Тормози. Ну-ка. Заколочено. Ладно, хер на вас, я пойду отсюда. А что здесь? Братка, дыши тише. Нас с тобой убьют, боже. Мать, как темно. О, боже мой, кто-то рычал. Нас типа съели? Видимо, да. Ладно, братка, двинули. Господи, не могу дышать. Что же делать? Меня убьют. Братан, соберись, ну. Тише, 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 дыши. Какое мяско, посмотри, успокойся. Иначе будешь таким же куском. Запомни это. Боже, какая крепота. Мистер Поняш, мое почтение. Здесь вроде никого нет. Да боже, братка, тише. Время казни, да? Великолепно. Пыньк. О боже мой. Спокойно. Тут есть свет, а музыка все громче. Тихонько. Главное спокойно. Тише, 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 тише. Стопе. Стоим. Отдыхаем. Спокойно, мы дошли. Кто-то стонет. Какая грудь, ни хрена себе. Свеча? У нас теперь есть свет. Охеренно. Выдвигаемся. А здесь что? Это мы. Боже мой, для чего ты меня оставил? Братка, ты как, нормально? Ну, отдыхай, отдыхай. А я, пожалуй, пойду. Какая-то записка есть внизу, но ее не взять. Ну, пойдемте обратно.
Вообще темно, боже. Ух, тише, тише, тише. Да какая сучка сзади, беги давай, что ты раком стоишь? Господи, братка, соберись. Хорош. Нас с тобой убьют. Называется, можно бегать. 10 метров. Спокойно. Спокойно, братка, успокойся, подыши. Часики тик-так, видишь? Все хорошо. О, господи. Где эта лестница была? Вроде бы здесь. Дыши спокойно. Я по ушам тебе дам. Заходи. Здрасте. Есть тут кто? Добрый или злой? Кто рычал до этого? Уважаемые. Топорище в кровище. Охеренно. Дай сюда. Подожди, а свеча? Братка, ты чё? О, мать, пошли отсюда. Давай, дёру, 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 дёру. Господи, что происходит? Какого хера ты творишь? Ты совсем поехал, что ли? Приди в себя. Топорище теперь здесь. Поднимай. У, зашибу, мрази. Кто в моей ванной моется? Никого нет. Ух, ух. Никого, смотри-ка. И снова три зуба. Какая херотень. Ну, подонки. А чё темнее там? Ну-ка, стопэ. Не нравится мне это. А ну, мрази. Никого. Мы в полной жопе. Ну-ка. Хлебушек? Цепи гремят какие-то. Кто там ходит, а? Лучше выходи. Не, я передумал, знаешь, я пойду. Ну нахер. Куда мы идем, боже? Братка, дыши потише. Дверка. Херач, давай. Нихера ты сильный. Давай, активнее, активнее давай. Пошли. Кто-то плачет. Наша сеструня? Сеструнька, мы идем. Мы уже здесь. Сейчас мы тебе поможем топориком. О боже. Тебе помочь? О, мать. Я просто поражен. Сколько ты спал, братка? Все в паутине. Такой срачельник вокруг. Тебе не стыдно? Пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр и увидимся.